Книга «Открытым оком», 19 том, тема «Канонизация», вопрос 3332. Я так и не понял, сколько же известно святых с приставкой «великий» и кто и за что дает это название им, отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Согласно календарям, таких всего только 17, то есть меньше, чем один на целое столетие. Антоний, Афанасий, Арсений, Василий, Варсонофий, Григорий, Ефимий, Иларион, Иоанникий, Макарий, Константин, Пахомий, Паисий, Пимен, Сесой, Феодосий, Ануфрий. Двое подчеркнутых под сомнением. Григорий и Макарий. Дают эту приставку монахи, и только монахи, и только монахам, за исключением Константина. Этот до смерти тянул принятие крещения, принял его от еретика. Согласно Евангелиям, ни один из них не имел и на святость претендовать не только на приставку «великий». Этой приставки не дали монахи Златоусту, Кириллу и Мефодию, Стефану Пермскому, просветителю Зырян, Иннокентию, митрополиту Московскому, Вениаминову, просветителю северных народов, Николаю Японскому, Касаткину, архимандриту Макарию Алтайскому, Глухареву, просветителю народов Горного Алтая, евреям 13:7. «Поминайте наставников ваших, которые проповедовали вам Слово Божие, и, взирая на кончину их жизни, подражайте вере их». Строящие не царство Божие, а царство монахов созидали свои образцы, уйти подальше от людей. И если повезет создать монастырь, набрать туда братью и там написать им тоталитарный устав и упражняться в молитве. Написать людям эти молитвы, научить молиться и беспрекословно исполнять волю настоятеля, как своего гуру в других религиях. Страшная игра идет уже многие столетия, когда смертные люди сами определяют, кого в рай и под каким знаком направить. Богу уже нечего делать на суде Божьем, как только печать ставить на решение монашеских синклитов. Это экзаменационные комиссии, определяющие своих умерших абитуриентов, проходят ли по всем монашеским параметрам для неба. А небо они понимают, как своего рода монастырь, только с усладами. А для такого понимания будут видения и много видений. 1 Коринфянам 4:5. «Посему не судите никак прежде времени, пока не придет Господь, который осветит скрытое во мраке и обнаружит сердечное намерение, и тогда каждому будет похвала от Бога». Колоссянам 2:18. «Никто да не обольщает вас самовольным смиренномудрием и служением ангелов, вторгаясь в то, чего не видел, безрассудно надмеваясь плотским своим умом». «Одарив весьма обильно нашу землю, Царь Небесный быть богатою и сильной повелел ей повсеместно. Но чтоб падали селения, чтобы нивы пустовали, нам на то благословение Царь Небесный дал едва ли. Мы беспечны, мы ленивы, все у нас из рук валится. И к тому ж мы терпеливы, этим нечего хвалиться». Алексей Толстой.